Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой вот простенький цветочек. Для его изготовления нужен всего один 260 шарик. И еще один для стебелька. Серединку можно сделать совместно со стебельком. Можно сделать отдельно другого цвета. А можно сделать из пятерки. Также можно поставить цветочек вот в такую вазочку. Ну что ж, давайте начнем. Итак, растягиваем шарики. И надуваем на 65 сантиметров. В пальцах это где-то 7 пальцев. Завязываем ближе к колечку. Подвигаем воздух. И делаем пузырь на где-то 5 пальцев, или чуть больше. Если точнее, то 10 сантиметров. Делаем второй такой же, делаем третий, не забываем поджимать, четвертый, пятый. И скручиваем их в кольцо. Теперь делаем кругленький пузырек. И вот так вот сближаем этот узелок и эту трубку. И перекатываем вот эту скрутку через эту, переворачиваем, здесь делаем то же самое, также маленький кругленький пузырек, вот так вот сближаем и перекатываем через скрутку, переворачиваем и снова делаем то же самое. И так по кругу. Вот мы сделали один круг. Делаем следующий, второй. Делали два круга, обматываем остаток . Можно его отпустить аккуратненько и связать колечком или просто обмотать. Вот обмотаем. Теперь берем вот так вот и
расправляем все эти лепестки, чтобы не было вот этих углов и отверстий. Делаем стебелек. Оставляем ненадутыми 6 пальцев. Делаем пузырек маленький на пару пальчиков. Скручиваем его в пинч. Мягкий пузырек. Пинч. Еще один. И так. 5 штук. Подряд и перематываем через первый, перекидываем через первый пинчик, расправляем делаем маленький пузыречек. Делаем пинч маленький. Можно еще один пинч, чтобы цветок смотрел вот так вот под прямым углом. Был этот угол. Так, пропускаем, ну где-то, скажем, 7 пальцев. Поджимаем, делаем пузырь. Скажем, вот такой вот. 2 пальчика здесь. Делаем еще один такой же пузырь. Закручиваем их. Так, у нас почти не осталось для пинча возможности. Попробуем сделать, скажем, маленький пузырек. Так вот просто перекидываем на другую сторону. Здесь еще один маленький пузырек. И перекидываем. Снова. Поправляем. Вот эти листочки можно сделать вверх, как бы вот так, чтобы они смотрели вверх. И вот расправляем. И
как бы на надеваем на вот эту серединку. Здесь, конечно, получился туговатый. Ну что поделать. Теперь кладем, ставим цветочек в вазу. Это все. Всем спасибо за внимание и до свидания.